Хотите поиграть с друзьями в офисе, дома, в дороге, в гостях, в кафе и просто где угодно? Давайте устроим буб. Делимся на пары. Тянем карту с персонажем. Например, Лениным, Гагариным, Терминатором или Чебурашкой. В первом раунде объясняем своих персонажей словами. Во втором – их же жестами. В третьем – всего одним словом. Кто лучше отгадывает, выигрывает. А еще в комплекте есть волшебная книга, где все-все описаны. Все, удачной игры. После нее вы научитесь понимать друг друга с полуслова.